Құрметті Карим Кажымханұлы, сіздің тапсырмаңызға сәйкес 2015 жылдан бастап министрлік еңбек қатынастарына байланысты қателерге мониторинг жүргізіп келеді. Осы мониторингтің негізінде ай сайын өзектендіріліп отыратын еңбек қатерлері бойынша карта әзірленеді. Күнделікті жүргізілген мониторингтің нәтижесі жайлы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіз. Карта трудовых рисков региона включает в себя факты и предпосылки возникновения индивидуальных коллективных трудовых споров, сокращение риска и высвобождения работников, задолженности по заработной плате, несоблюдение требований по безопасности условий труда на предприятиях, а также уровень безработицы и долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. На сегодня, согласно данному мониторингу, 429 предприятий являются проблемными, где работают более 125 тысяч человек. Согласно карте трудовых рисков, средний уровень рисков, то есть достаточно высокая вероятность возникновения нестабильной ситуации в трудовой сфере, отмечается в 10 регионах, они вот желтым цветом обозначены на карте. В 5 регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Жамбылской областях и города Астана – уровень рисков оценивается как незначительный, но существуют проблемные зоны, требующие решения, либо предпосылки для ухудшения ситуации на предприятиях. Пока в зоне стабильности с минимальным риском находится Северо-Казахстанская область. Главной причиной возникновения трудовых коллективных споров и конфликтов является нарушение работодателями трудового законодательства. Динамика зафиксированных трудовых конфликтов показывает их снижение до 4 случаев в текущем году, тогда как в 2013 году на этот период он достигал 28 случаев. При этом, как и прежде, причиной возникновения трудовых конфликтов остается несвоевременная выплата заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты проверок, осуществленных государственными инспекторами труда в рамках совместного приказа, подписанного нами с Генеральной прокуратурой, Министерством финансов и Министерством юстиции. Так, в ходе проведенных более 4000 проверок выявлено свыше 6000 нарушений трудового законодательства, из них 29% составляет нарушение сроков выплаты заработной платы. Если смотреть на отраслевую структуру долгов по заработной плате, то 46% суммы всех долгов приходится на промышленные предприятия, 17% на предприятия сферы услуг и 16% на строительные предприятия. При этом основными причинами возникновения задолженности, как правило, являются экономические проблемы предприятия, это отсутствие сбыта производимой продукции, заказов и, как следствие, ухудшение финансового положения предприятий, отсутствие у предприятий собственных оборотных средств, взаимные неплатежи между поставщиками и заказчиками продукции. Государственными инспекторами труда с начала года выявлена текущая задолженность на 903 предприятиях в сумме 4,1 миллиарда тенге перед 35 тысячами работниками. За указанные нарушения работодателям выдано 681 предписаний об устранении нарушений и наложено 652 штрафа на сумму 113 миллионов тенге. В результате принятых мер погашено 3,6 миллиардов тенге и защищены права более 27 тысяч работников. В итоге на сегодня мы имеем следующую картину задолженности по заработной плате. Общая сумма задолженности составляет 1,5 миллиарда тенге перед 9 тысячами работниками на 125 предприятиях страны. Из них текущая задолженность 498 миллионов тенге на 34 предприятиях перед более 5000 работниками, просроченные более 3 месяцев задолженность 100 миллионов тенге перед 770 работниками на 12 предприятиях и задолженность 79 предприятий, банкротов или находящихся на реабилитации перед своими 3000 работниками составляет 952 миллиона тенге. Пока наибольшая текущая задолженность имеется в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. По тем предприятиям, которые допустили просроченную задолженность, то есть более 3 месяцев, принимаются меры уже через судебные органы. В текущем году по 10 предприятиям вынесены решения специализированных межрайонных экономических судов о принудительном исполнении предписаний госинспекторов труда. Материалы по 12 предприятиям находятся на рассмотрении судов. Руководителям 22 предприятий Привлечены руководители 22 предприятий, привлечены к административной ответственности. В отношении руководителей 2 предприятий возбуждены уголовные дела. Просроченная задолженность по сравнению с началом года снизилась 2,7 раза, с 276 до 100 миллионов тенге, в том числе по 10 предприятиям просроченная задолженность погашена полностью. Хуже обстоят дела по предприятиям-банкротам и находящимся на реабилитации. По ним задолженность с начала года увеличилась на 10 миллионов тенге. Меры по взысканию данной категории задолженности принимаются конкурсными управляющими под контролем органов государственного дохода, Министерства финансов в рамках процедуры закона о реабилитации и банкротстве. На сегодня наибольшая сумма задолженности в указанных предприятиях имеется в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и городе Алматы. С учетом изложенного, уважаемый Карим Каженган, спросила бы вас поручить таким им областей, городов Астана и Алматы, совместно с территориальными органами прокуратуры, финансов, юстиции активизировать работу по выявлению и погашению задолженности по заработной плате с предметным разбирательством по каждому работодателю. В рамках работы антикризисных штабов Министерство финансов усилит меры в отношении предприятий, находящихся в процедуре реабилитации и банкротства, обеспечив соблюдение администраторами требований по погашению задолженности по заработной плате.